В Балаковском районе стало на одного почетного гражданина больше. Депутаты собрания БМР на минувшем заседании рассмотрели очередную кандидатуру на это звание. Балаковский совет Саратовского регионального отделения Союза женщин России представляет кандидатуру Людмилы Викторовны Одинцовой, директора Саратовской ГЭС, на звание почетного гражданина Балаковского муниципального района. Присвоить это почетное звание достойной женщине – событие, которого не было в нашем городе и районе на протяжении многих-многих лет. За последние 5 лет при ее содействии более 165 миллионов рублей было направлено на благотворительную и спонсорскую помощь в Саратовской области. Реализованы десятки социальных проектов. Балаковцы, которые рассказывали о заслугах Людмилы Одинцовой, заявляли, что это заседание Совета депутатов войдет в историю. Никогда женщине не присваивали такого высокого звания. И какой женщине? Высказали свое мнение и мамочки, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. И они попросили депутатов обратить внимание на внутренние качества Людмилы Одинцовой. Вы знаете, в наше время бывает очень редко, когда встретишь вот именно такого человека, масштаба такого высокого уровня, но неравнодушного к чужим проблемам, умеющего мыслить масштабно и в то же время эффективно для каждого конкретного человека, для каждого жителя нашего города. Глава БМР Александр Соловьев также пояснил, что, по его мнению, Людмила Одинцова достойна звания почетный гражданин БМР. Идет постоянное взаимодействие не только по нуждам предприятия, которое работает в высокой степени эффективно, по нуждам города, по нуждам каждого человека. Человек откликается на любую просьбу, делом, словом, каким-то поступком. А самое главное, что ни один разговор не уходит куда-то никуда. Голосование проводилось тайно. Всем присутствующим депутатам районного собрания выдали бюллетени, которые нужно было опустить в запечатанную урну. Подсчет голосов доверили специальной комиссии. В итоге все присутствующие народные избранники проголосовали за присвоение Людмиле Одинцовой почетного звания. Проголосовало за кандидатуру Одинцовой Людмилы Викторовны за 13 депутатов, против 0. В результате тайного голосования Одинцовой Людмиле Викторовне присвоить звание «Почетный гражданин» Балаковского муниципального района.